Welcome. Сам бас санаа хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр орой манай нэвтрүүлгийн зочноор дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу манлайлагчдын нэг болох ноён Ян Яновский оролцож байна. Ян Яновский. Орсын бизнесмен, хөрөнгө оруулагч Ян Яновскийн Орсын тэргүүлэх зөвлөгөөний пүүсүүдийн нэг болох First Nation Society Bank-ийн үүсгэн байгуулагч, хамтран эзэмшигч, Bioneer Corporation-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч юм. Тэрээр Форх Дамын их сургуулиас эдийн засгийн бакалавр, санхүү менежмент бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг, Global Management-ийн Thunderbird сургуулиас олон улсын менежментийн магистр зэрэг тус хүртсэн. Өмнө нь Төв Европын банкны корпорацийн санхүүгийн төслүүдийн захирал, Росс банкны траст үйл ажиллагааны захирал, корпорацийн санхүүгийн төслүүдийн захирал, United Industrial Corporation үйл ажиллагааны захирал, удирдах зөвлөлийн гишүүн, хөрөнгө оруулалтын стратегийн захирлаар ажиллаж байсан. Мөн Opaca Mining, Opaca Development-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Hedyard-ийн ерөнхийлөгч байсан. Яновский Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу глобал удирдагч хөтөлбөрт хамрагддаг. Дэлхийн эдийн засгийн форумын Global Shapers Community хөтөлбөрийн санаачлагч, мөн нэр төрөө эрхэмлэх Даян Дэлхийн хөтөлбөрийн Орос улсын төлөөлөгч. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы находите пока что в Монголии? Сколько дней и как это первый визит? Вы знаете, в Монголии в первый раз мы приехали в пятницу с супругой. И, во-первых, очень добрый прием. Нам очень приятно, что люди улыбаются на улице, что так радушно встречают всех, кто приезжает. На самом деле очень необычно и приятно, что приезжаешь и ты понимаешь культуру. Вот в принципе я приехал как домой. У меня нет ощущения, что я приехал в какую-то страну, которая мне ценности, которые мне непонятны. Мне понятно. Я чувствую людей, я ощущаю их и сердцем, и делом. И очень надеюсь, что наши страны будут работать ближе, плотнее, и что у меня будет повод сюда еще приезжать более, чаще. Ваш президент приехал недавно. Да, да. И в прошлую неделю организовали первую, значит, с трех стран саммит в Таджикистане. Мы очень смотрим на будущее с Россией очень оптимально. Вы знаете, мы тоже. Okay. Есть проблема санкций, есть сложности. Безусловно, я знаю, что многие банки российские, многие компании смотрят очень сильно в сторону Востока. Ну, кто у нас первый в сторону Востока? Это именно Монголия, с которой дружба столько лет. Поэтому я очень надеюсь, что и с помощью моего банка и моих инвесторов, друзей, мы будем более плотно работать здесь. В какой отрасли ваш банк, в принципе, работает? Мы работаем во многих отраслях. Да? Скажите какой-нибудь размер, что-нибудь. Вы знаете, это банк инвестиционный, мы делаем проекты в разных индустриях, в недвижимости, в торговле, в интернете, в медицине, в майнинге очень много работаем. Есть угольные активы. Где угольный актив? Ну, я ввел довольно такой значимый проект, в республике Тува. Ну, как раз вот в республике Тува, которая самая близко к нам, я посетил даже один раз. Там они нашли то же самое очень хорошее и высокого качества коксы. Да. И там был немножко транспортный вопрос, как связаться, как это решается там. И что за рынок у этого? Вы знаете, депозита? Есть такая история, может, никто не знает, что глава Тувы приехал к Сталину навстречу. Сталин ему обещал, давайте вы входите в СССР, и мы вам построим дорогу от Транссиба вниз. Вы станете частью большого сообщества, у нас с вами будет единая инфраструктура. Тува вошла в состав СССР, а потом
Сталин сказал, слушайте, они уже вошли, давайте для начала построим в Монголию дорогу. Может, они тоже войдут, вступят. Поэтому дорога оказалась в Монголию не случайно. В Туве сложная проблема. Я занимался этим довольно плотно. Есть участок вечной мерзлоты, поэтому сложно строить дорогу. Ага. А автотрасса, ее способность очень такая скромная, пропускная. Ага. Но сейчас есть ряд возможностей. Я думаю, что в ближайшие лет 10 мы увидим, что будет дорога. То есть от Сибири, это главная линия, дойдет? От Транссиба вниз. Вниз. Да, в Кызыл. И оттуда же, если поехать через Монголию, скажем, поставить, через Монголию, через Китай можно выйти и в Индию из Тувы. Можно, можно. А насчет, кстати, железной дороги. Вы знаете, здесь говорят, что мы должны широкую колею, узкие и так далее. В конце концов, мне кажется, что пришли к выводу, что будет оба. Как вы смотрите на это? Вы знаете, с моей точки зрения, очень странно, что есть много разных стандартов. Uh-huh. И мне кажется, что стоит прийти к одному единому. Uh-huh. Потому что от этого будет всем проще. Uh-huh. И, но, однако, Китай и Россия совершенно две разные, никогда же не воспримут друг друга. 18-1, да, но, я знаю это. Но. Вопрос сложный, вопрос в политику. Ага. Мне кажется, что всем будет хорошо прийти к единому общему знаменателю. Это весьма теоретическое дело, если второй в мире железнодорожная сеть в Китае, третья железнодорожная сеть в мире – Россия, ну, а у них разница 85 миллиметров, разница. Я знаю, что никогда же они не акцептуют. Ну вот, смотрите, пример. Вопрос же объемов торговли. Сколько сейчас уходит на то, чтобы сменить у каждого вагона, колеса. Да. Это деньги, это время, это силы, это затраты людей, это много чего. Мне кажется, что как только экономика будет сильно бить по этому процессу, все равно придется прийти к общему знаменателю. Как вы, например, как вы смотрите региональную интеграцию, Азия-Тихоокеанский и так далее, как смотрите региональную инфраструктуру, интеграцию. Например, в Европе они работали много, создали даже свои общие деньги и так далее. Mm-hmm. Азия к этому идет или к другому варианту идет? Вы знаете, мне кажется, что уровни европейской интеграции Азии будет сложно достичь в ближайшее время, mm-hmm. поскольку уровень игроков сильно отличается. Все-таки в Европе размером, какими-то традициями, все-таки более похожие страны. Mm-hmm. А нету такого лидера одного mm-hmm. или двух очевидных, mm-hmm. хотя mm-hmm. и Франция, и Германия стоят в начале списка и по развитию экономическому. Но все-таки мне кажется, что для Азии важно понимать, что вместе лучше. Вот вместе делать все лучше и торговать. Я всегда за то, чтобы было меньше барьеров на торговлю. Mm-hmm. Я за то, чтобы был свободный, так сказать, mm-hmm. люди могли выбирать, где им жить, где им работать, что им делать. Поэтому я думаю, что к интеграции идти нужно, вопрос ее уровня. А вы работали в Central Europe Trust. Что это? Что за организация? Central Europe Trust – это инвестиционный дом в Лондоне. Ага. Он создал эту компанию вместе с американской компанией AIG. Создали mm-hmm. на тот момент первый фонд, mm-hmm. который инвестировал в страны Восточной Европы. Mm-hmm. Когда я закончил обучение, помимо моих знаний, у меня еще был русский язык, mm-hmm. и было бы странно его не использовать. Конечно. Вот, поэтому я переехал в Англию и работал на эту компанию довольно долго и успешно. Ага. А вы какие проекты вы этот фонд сделал для Средней Европы? Это были проекты в телекоме, в фармацевтике, очень много.
в торговле. Ага. Мы инвестировали в Чехии, в Румынии, в России, то есть в Польше очень много. Самый большой офис у сети был именно в Польше. Ага. И этих самые success story, да, самая удачная такая была. Знаете, я должен сказать, что в принципе, в целом, страны в Восточной Европы показали очень хорошие инвестиционные цифры. Mm-hmm. А все деньги свое отработали, фонда mm-hmm. не было потерь. Mm-hmm. А мы активно развивали проекты. Mm-hmm. У нас было понимание с участниками другими, с mm-hmm. партнерами, что будет делать с проектом. Ведь для фонда главный экзит. Mm-hmm. Как будем уходить из инвестиций? Mm-hmm. Ведь мало дешево купить. Uh-huh. Важно развить uh-huh. и успешно продать. И когда в Европе установились единые правила игры, uh-huh. было очевидно, что нам это очень хорошо и комфортно. Uh-huh. Ведь для меня, как для инвестора, для uh-huh. любого uh-huh. инвестора, uh-huh. самое главное правило uh-huh. игры. Скажите, пожалуйста, вы родились в Москве? Да, в Москве родился. И закончил школу? Школу закончил в Москве тоже. Университет? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Почему Нью-Йорк? Вы знаете, ну я учился в школе в Париже тоже, ага. хотя в Москве ее закончил. Мне показалось, что для меня важно пожить в разных странах мира. Ага. Я считаю, что человек, который только живет в том городе, в своей стране, очень сильно обделен. Ага. Он не может прочувствовать всю прелесть новой культуры, uh-huh. просто приехав в нее на 2 недели отпуска. Для меня важно было пожить и в Нью-Йорке, где я прожил 8 лет, и в Женеве, и uh-huh. в Лондоне. Uh-huh. Я много работал в Париже. Uh-huh. Для меня это как глоток свежего воздуха. Ведь очень важно. Общий язык — это не просто язык, это еще ценности, uh-huh. это понимание жизни. Uh-huh. Это много очень важных аспектов, uh-huh. а жизнь мультигранна, поэтому. Welcome. Возьмем Россию, какую большую страну. Сибирь и Москва. Москва как бы европейская часть, Сибирь еще. Много чего, это огромная страна, много чего да. нужно делать. Что самое главное нужно делать для россиян в Сибири, по-вашему? Вы знаете, я бы не стал бы Россию разделять на какие-то части. Ага. Для меня это единая страна, ага. единая экономика, очень сложная. К сожалению, с доминированием oil and gas, так получилось. И мне кажется, что нужно создавать добавленную стоимость. Uh-huh. Я считаю, что стране нужно понимать, uh-huh. как использовать свои уникальные природные uh-huh. ресурсы. Это и вас касается тоже. Да. Вот мы хотим должны такой хороший тандем с Россией да. продавать на большой рынок, как China, да. в Китай. И для этого, я думаю, что очень много общего, то, что есть, мы должны использовать. Но нужно не продавать просто raw materials. Ага. Этого мало. Да. Нужно, безусловно, искать возможности добавленной стоимости. Как можно допереработать, mm-hmm. создать продукт, mm-hmm. производные от изначально, mm-hmm. чтобы продать больше дороже, ага. оставив себе максимизировать, конечно. Ага. А вы, значит, жили в Нью-Йорке, потом Париже, Нью-Йорк. Лондоне. И, видимо, это вы сами создали, заработали, или ваши родители заработали то, что это инвестмент? Это я сам. Я очень своим родителям благодарен за то, что они мне дали образование, ага. за то, что я имел возможность ага. Получить образование, но дальше... Чем они занимаются? У меня папа врач-доктор, ага. мама экономист. Ага. Они активно участвуют, у них свои проекты, свои бизнесы. Угу. Угу. Но, к сожалению или к счастью, ага. в моих проектах они участие не принимают никакого. Может, и хорошо. Может быть, хорошо, я сказал. Знаете, я почему веду этот вопрос? Потому что много успешных бизнесменов, которые тем более очень много разных, портфолио большой. И
после определенного уровня и дохода, да, эти деньги должны быть, смотрятся на по-другому. Может быть, как средство свободы и так далее, до определенной пары. Но после определенной пары, когда вы дошли до этого определенного момента, и где это было, и как это было просто? Ну, я вряд ли еще до этого дошел. А. Но мои партнеры, с кем я работаю, известные в России семьи, они очень много думают, почему у них эти деньги оказались. Они их сами заработали, но в чем цель этого? Как их нужно ими правильно распорядиться, чтобы это было на благо общества, а не во вред своим детям? Ведь очень важно, что ты отдашь своим детям, сколько им нужно оставить денег, какое наследство, а что сделать с теми большими состояниями дальше. Ведь есть же четкое правило: папа богач, сын аристократ, внук бедняк. К третьему поколению деньги исчезают. Вопрос, что нужно дать, какие ценности дать в семью, чтобы этого не, с деньгами, не, да? Не случилось. Ага, и есть пледж Билла Гейтса в Америке, Владимира Потанина в России, что большую часть своих состояний они будут тратить на развитие общество на благотворительность. Как вы думаете, когда вас, например, называют олигарх и так далее, какая ассоциация с этим идет? К большому счастью, меня олигархом никто не называет. Значит, вы ведете так, чтобы вас так не назвали. А, кстати, например, в России бизнес, помните, Ходорковский и так далее? Помню Ходорковского. Движение. Встретили его? Нет. Посередине. А, кстати, и было время, когда в России остановилось очень много бизнесов, которые, кроме бизнеса, чем-то занимались, остановили. И люди, которые просто чисто бизнесом занимались, пошли вперед. А как вы смотрите на это? Я по образованию экономист. Я считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Кто в бизнесе, должен заниматься бизнесом. Кто политикой, должен заниматься политикой. Когда идет непонятное смешивание понятий, становится а сложно жить, б сложно работать. Это правильно. Мне кажется, что это, от этого стоит отойти. А вы когда вошли в этот состав Global Young Leaders? Вы знаете, с Давосским форумом я работаю с 2008 года. Young Global Leader'ом я стал в 2011 году. И что это привело, какое изменение это давало вам? Потому что ведь это большой recognition по всей стране. Люди смотрят на этих людей. Люди, которые владеют определенными характерами, достигают определенные цели, делают многое для общества и так далее. Вы знаете, это огромная ответственность. Во-первых, это уникальная комьюнити. Я много участвую в разных конференциях, я член разных обществ, но такого ощущения именно семьи, как дает YGL, Young Leaders, я нигде не ощущал. Для меня, мне сложно понять, как бы сложилась моя жизнь сейчас, если бы у меня бы не было в жизни отделов. Да, вы знаете, поскольку уровень отношений, ведь ты приходишь, ты как губка впитываешь в себя знания, эмоции, интересы людей совершенно с разным опытом, которые кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается академией, кто-то профессор, кто-то ученый, кто-то музыкант, кто-то художник. И все они сделали что-то в жизни такое важное для общества, что оказались в одном месте в одно время. Там есть такое Dignity Initiative, Global Dignity Initiative. Global Dignity, я глава этой инициативы в России. Я считаю, это три YGL основали организацию Global Dignity. Сейчас это 55 стран.
И мы раз в год идем в школы, говорить с детьми, что такое достоинство. Это настолько емкое слово и настолько важное для общества. Вот я хожу в школу каждый год, и меня, и каждый год для меня это новая эмоция. Для меня новый взгляд, что мне сейчас скажут дети, какие истории они расскажут. У меня нет цели прийти им сказать, достоинство это. Для меня есть цель прийти послушать их. Что для них это слово означает, и скорее донести многогранность этого слова. И еще хочу добавить одну очень важную вещь. То, что это происходит в один и тот же день, в одно и то же время в таких странах, создает для всех детей сенс, что они участвуют в чем-то глобально большом. И что человек в Африке или в Монголии, или в Москве в эту минуту думает об одном и том же. Это же очень важно. Ведь очень важно, что не объяснять детям, чем мы отличаемся друг от друга, а что нас очень объединяет, важно, да. Что общего у нас, то, что, какие ценности общие. Тоже отключается свет. Помните, конечно, да? Такое чувство, какие, что по всему общие миру ценности? Делается. Какие общие ценности? Yes. А почему действительно dignity, да, достоинство, так важно в жизни, на ваш взгляд? Конечно, много определений есть, но... Это фундамент всего, это база. Вы строите дом, без правильного понимания фундамента ваш дом развалится. Если вы не понимаете, в чем ваше достоинство, вы не можете на это построить ни семью, ни карьеру, ни образование. Это база, без которой жить невозможно. Какая разница между достоинством и сущностью? Это очень разные понятия. Все-таки сущность – это то, что определяет тебя внутри, твоя суть, твое понимание мира. А достоинство – это твое понимание себя в мире. Трудно, не так легко понять детям об этом. Они, наверное, по-своему дают. Вы знаете, даже когда… Вот у меня было обсуждение в школе. Является ли достойным поступком списывать в классе? А является ли поступком достойным сказать на кого-то, показать учителю, наябедничать, что он списывает человек? Все говорят, нет. Ну как можно наябедничать? Это плохой поступок. Один встал, мальчик сказал, вы знаете, а когда он списывает, он же самого себя обделяет от образования. То есть он сам теряет в этом. То, что я на это указываю, я ему делаю большое, так сказать. Я оцениваю его достоинство, понимаю. В российских школах и в американских школах, да, где я тоже, мы с вами оба учились, да, в России и в Америке, вот это как раз списывание в американских школах считается почти преступлением. Это ценность. Это value chain. Это просто это такая базовая ценность. А здесь, ну, прощай, ценник. Как это так? Который лучше? Может быть, это правильно по-своему здесь и по-своему там? Вы знаете, я думаю, что, безусловно, для каждого определение поступка достойного или нет, оно свое. И ни вам, и ни мне, мы не вправе указывать. Обсудить, да, кому-то. Главное, чтобы человек об этом думал. Главное, чтобы вставая утром, и там он подумал, позвонить родителям или нет, позвонить ли бабушке с девушкой. Он в школу придет, он скажет здрасте учителю. А скажет ли учитель здрасте школьнику? Он будет ли он относиться к нему с уважением? Ведь уважение учителя к ученику не менее важно, чем ученика к учителю. Вы еще появляетесь на совете директоров вера. Да. Это скажите, очень сложная тема. Да. Но однако нужно. Да. Вера – это единственная в России организация, которая поддерживает российские хосписы. Хоспис. Да, это место, где люди умирают. К сожалению, народ в России свое сознание
пытается абсолютно закрыть от понятия смерти. А мне кажется, что достойная смерть не менее важна, чем достойная жизнь. И чтобы дать возможность человеку уйти из жизни комфортно, с пониманием, что все будет хорошо. Люди, которые с тяжелой болезнью, да. которые никогда не вылечатся, да. там доживают до последних дней, да? Да. Их много в этом вашем вера? А, вы знаете, в России, в Москве от рака только в год умирает 20 тысяч человек. В Москве 100 beds, 100 кроватей в хосписах. Это очень мало. От 20 тысяч 100 умирает. А когда и почему вы пришли к тому, чтобы создать это? Знаете, я это не создал, ага. я к этой организации присоединился. Ага. Я давал деньги в нее раньше, ага. а потом, когда с основателем встретился, ага. я понял, что, к сожалению, российское общество до сих пор пытается оградиться от этого. Не, и у них потрясающая программа у нас, ага. потрясающие люди, команда, есть ага. Очень хорошие лица медийные, которые нас поддерживают, ага. но мы мало денег собираем. А, и моя была цель и задача дать дать профессию в эту индустрию, понимаете? Mm-hmm. Туда приходят люди за эмоцией, mm-hmm. а моя была задача привести туда людей, профессионалов из бизнеса, mm-hmm. которые бы могли эффективно построить работу, наладить процедуры, процессы, фандрейзинг, акции, чтобы mm-hmm. это работало как машина, как бизнес. Я считаю, что задача любого NGO, mm-hmm. любого фонда в мире не просить деньги, а их зарабатывать. Зарабатывать. А когда вы даете сюда, например, вы носите, наверное, contribution, да, вклад да. определенный год, каждый год, а эта сумма, которую вы даете, like charity, угу. она как tax deductible? Нет. В России нет? Нет. нет. А, рассчитывается? Еще пока нет. Пока нет. А, хорошо бы. Много же будут давать деньги. Вы знаете, это было бы неплохо, но я считаю, что это не основное. Я считаю, что главное, чтобы люди понимали, что это важно делать. Что важно думать не только о себе, а о своей семье. Что мы не можем жить в вакууме. Жизнь не про вакуум. Мы живем в большом сложном мире, и нужно делать свою часть, чтобы этот мир стал лучше. Вы когда учились, закончили свою школу summa cum laude? Да. Было да. тяжело? Или как? Это было легко, скажем, наоборот? Это было интересно. Интересно. Я вспоминаю эти годы учебы в Нью-Йорке. Это было легкое, интересное время, когда было много надежд, было много интересов. Какие годы? Это был с 90, у меня был с 95 по 2000 был колледж. Ага. Я единственный получил Economics Honors. Ага. И у вас семья большая? Да, да. Много родственников, много всего. Окей. Okay. ну, я просто... Вы закончили, не только жили в этих ваших городах, но учились там, закончили еще университет. Fordham University, right? Да. И Master International Management. И Thunderbird, да. Thunderbird. Thunderbird – это американская сильная школа. Сильная. И вы почувствовали разницу Англии и Америки за счет образования, учебы или метода обучения? Вы знаете, с моей точки зрения, американское высшее образование очень сильное. И я сторонник, чтобы если школьное образование можно получить в Москве, в Лондоне, в Париже, в Улан-Баторе, экономическое высшее образование я получал бы в Штатах. В Штатах, да. Я, понимаете, ну, сложно, это как готовить
коньяк в Монголии или в Москве. Нужно ехать в коньяк, в провинцию во Франции. Экономика, база, корни идут из Америки. Однако то, что недавние события влияют на ваш бизнес. Конечно. Очень много у меня было проектов, связанных с Market Entry. Это компании западные, которые приходили работать в Россию. Сейчас этого очень мало. К сожалению, имидж России сейчас не самый лучший. К сожалению, информационно Россия где-то проигрывает. Я очень надеюсь, что все проблемы завершатся. Я уверен, что это не вопрос, это вопрос времени, и все будет хорошо. Хотелось бы? Очень хотелось бы. Господин Яновский, спасибо за то, что были гостью. Спасибо большое. И удачи вам. И вам тоже спасибо. Спасибо.